Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в RimWorld, и только-только буквально отгремели последние бластеры механоидов, нападающих на нас, тут у нас сразу с вами осадка образовалась. Фракция Грозные сположились поблизости. Ну что ж, здравствуйте, Грозные, мы-то вас, как говорится, только вас и ждали, да? Приходите, располагайтесь, сейчас мы вас будем обстреливать из чего только можем, а можем мы из двух минометов вас обстрелять, и обычными, и зажигательными снарядами, поэтому, Ингрид, будь любезна, займи вот это вот, а Китти, будь любезна, займи вот это вот, хорошо, где бы вы там ни были. О, даже не так, а детка-то здесь близко, иди занимай, Ингрид, отмена, а дед, иди займи, а Китти, иди займи, все верно делаешь, все правильно делаете, давайте, занимайте, сразу сейчас начнем бахать-шарахать по товарищам, только вот где они тесно будут располагаться, я не очень знаю, точнее, как бы никто не может знать. Ну, сейчас мы с вами увидим, где они будут располагаться. Туда и жахать-то и начнем. Так, подожди секунду, остановите огонь пока. Да, ты тоже пока останови огонь сейчас. Никуда не стреляйте, ничего не делайте. Перезарядочка. Балдеж, перезаряжайтесь пока. Сейчас мы посмотрим, где они остановятся, куда там что-нибудь сбросится. Так, ну где-то здесь, видимо, да, я так подозреваю. Это здесь. Ой, за горой не очень хорошо, так как. О, все, прилетело. Понеслась жара. Давай, Китти, бахай. Китти, бахай, пожалуйста, шарах прямо сюда, просто вот куда-нибудь сюда шарах, и все, не промахнешься, я думаю. Так, одетка, то же самое, шарахай, пожалуйста, куда-нибудь, тоже сюда, где-нибудь поблизости. Давайте, девчонки, вы справитесь, я уверен. Ну, почти, что-то вроде того. Давайте еще раз. Хорошенечко зарядим по ним, да? Хорошо, горят, пускай горят. Пираты из фракции, осаждающие поселение, начали штурм. Но, в общем-то, не задалось у них, как и в прошлый раз, да, ничего с их осадами. Так, у них тут ракетница сраная есть, правда. Ракетница — это плохо. Могут по нам шарахнуть, если что. Если что, могут шарахнуть. Так, а у нас здесь как обстоятельства вообще? Ну, мы здесь стенки заделали только, да, и больше ничего не успели. Это плохо на самом деле, но надеемся, что все будет хорошо. Итак, все друзья, товарищи, кроме у нас Кена сейчас на отлете. Башкир вроде себя нормально чувствует. Где-то у нас есть Башкир. Чё с тобой там? У тебя все хорошо, да? Правая стопа трещина, бла-бла-бла. Иди-ка ты бери оружие, Башкир. Иди бери оружие. Так, нормальный. Пока у нас еще все-таки по-прежнему автоматы. Ну, вот буквально только мы разобрались с механоидами, еще даже не успели ничего покрафтить толком. Поэтому иди бери вот это вот все. Итак, кроме Башкира, кроме Нельсона, получается, все. Ну и кроме Кена, значит. Все сюда, выходим, давайте, друзья, будем становиться. Сейчас будем встречать наших друзей-не очень. Так, как вы себя чувствуете? Есть вообще кто-нибудь, кто отъедет, прежде чем дойдет до нас? Ну, зараза, все наркоманят что-то, а. Но они тоже такие ребята заряженные. В принципе, у них и гранаты есть, и автоматическое оружие есть, и винтовки, и снайперки, и все прочее. Так, но ранений нет. Я так смотрю, немножко только некоторые ранены. Алкоголизм под кайфом порошка пси. Охереть просто можно. Ужас какой. Так, ой, вы еще и мерзнете. Кто же такие осады делает, друзья? Кто же такие делает осады? Просто голыми буквально приходите к нам. Тут у нас вообще-то холода, готовиться нужно. Это лучше. Готовиться-то лучше нужно. Так, ну тут зато плюс сталь, плюс компоненты, плюс сухпайки, кстати. Которые нам некуда девать, кстати. У нас своих хватает, если что. Ну, мы можем немножко по-другому сделать. Давайте сейчас, хорошо, у нас тут есть склад. Вот этот замечательный склад. Расширим область ему вот настолечко, ладно? А, я понял, сейчас, тогда не так. Тогда вот так. Уменьшим немножко область вот настолько, ладно? Вот, а здесь расширим наоборот. Давайте уберем, все-таки сухпайки пригодятся. Расширяем области, вот так сделаем, чтобы здесь тоже хранились сухпайки у нас. Еды все равно там места хватает для нее пока что. Хотя бывает, что иногда забито. Но сейчас более-менее все сбалансировано, скажем так, по еде. То есть они как бы немножко собирают, немножко готовят. И вот столько, такое количество примерно и остается. Ну что ж, давайте, идите к нам. Мы вас ждем, в общем-то. Сколько у вас вообще по итогу получается всех вместе-то? 22 штуки, но самые опасные ребята, это, конечно, со всякими вот этими ракетницами дурацкими. Их нужно будет как-то сразу убрать. Так, Китти, ну ты давай у нас. Ты у нас, Китти, давай сразу сюда. Как обычно, Ингрид, иди на свое любимое место. Одет, слушай, возьми-ка, наверное, автомат тоже. Что ты хочешь с винтовкой-то с этой? Возьми автомат. Будь как все, возьми автомат. Так, Дэнни, давай, пока здесь ожидаешь. Дальше, Дива, иди сюда, вставай. Свитпишка, иди сюда, вставай. Так, Джон, встань сюда, давай. Сандерс, гой сюда. Дава, пойдешь здесь, сейчас у нас откисать будешь. Будешь ждать своей очереди, если что, если там будете нападать.
Если что, будете нападать оттуда. Так, иди туда, Росомаха, тоже давай сюда. Дуй, значит, Фип, давай-ка на свое любимое место сюда. Фабио, Перот, Перот, вставай сюда тогда. Жаба, кстати говоря, жаба. А детка взяла, молодец. Взяла, молодец. Иди сюда, встань тогда тоже. Фабио, может тебе тоже дать? Давай возьми-ка вообще автомат. Вот это такой пулемет, я бы сказал. Даже жаба, иди возьми. Жаба, жаба, жаба. Возьми-ка огнемет. Возьми огнемет, все, поменяйте оружие немножечко. Все, товарищи здесь идут у нас к нам. Мы, в принципе, готовы их встречать. В случае чего, да, и готовы, если что, их еще и окружить и навалять им там. По самое не балуйся, в общем-то. Так, здесь все пошли, вроде все. А ты че, куда пошел? Джесс, ты че, с дробашом тут бегаешь? Наверное, что все закрыто. Хочешь подорваться на нашей растяжке? Ну, подорвись. Подорвись, почему нет? Я как типа не против. Я как бы и не против. Башкир, ты у нас это самое, как бы, тоже возьми себе оружие, ладно? Не стесняйся. Не стесняйся, заходи. Так, ну поехали. Поехали. Первый Йорк к нам идет. И Йорку сейчас будет хана. Есть такое дело. Помер Йорк. Дальше идет Мэн. Эй, йоу, Мэн. Мэн у нас с чем? Мэн у нас с автоматом. Кто у нас там с этими, со всякими штуками нехорошими? Вот Зепи у нас с гранатами, да? Это Эми, что ли? А, нет, просто обычные осколочные. Плохо. Плохо, плохо, плохо. Ну ладно, я думаю, тоже с ним разберемся. Так, жаба взяла. Молодчинка. Иди вставай сюда тогда прям с огнеметом. Фабио. Вставай сюда, все, занимайте места. Ну, башкир там пока... Башкир, иди отдыхай, короче, забей. Иди отдыхай, просто иди отдыхай, все. Так, ну у вас такая защита, защита тоже, смотрю, неплохая, да, в общем-то. Хотя, не особо, нет. Не особо. Грузовый контейнер, что-то к нам приземлилось. Еще, ой-ой-ой-ой-ой. Как тебе плохо-то, слушай, дружище. Ну, тебе хана. Все, до свидания, отъехал. Слушайте, а каска неплохо защищает, я смотрю, да? Тут у нас оружие сразу нужно будет взять. Нет, не сейчас, потом возьмем. Контейнеры, что по контейнерам-то в итоге? Тут вообще кто-то тоже убегает куда-то, уже непонятно. Куда вы там ходите-то? Чего вы там ищете? Тут же нет никого из наших. Нету, нету. Мы тут с вами так и не забрали, елки-палки. Ну ладно, еще не успели просто. Да и на складе все заполнено, просто максимально заполнено. Хотя здесь можно еще компоненты положить вообще-то. Как бы. Ну ладно, разберемся с этим тоже. Давайте, пока сейчас разбираемся с тем, что у нас с вами есть сейчас. Так, тут тоже сейчас идут ребята на наши места занимать. Давайте, 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 бахайте, бахайте. Какой он, слушайте. Так, вот зипи, сейчас максимально все... Бам. Максимально все на зипи... Ага. Так, 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 так. Кто с ракетницами? С ракетницами вот чувак идет. С ракетницами чувак идет. Так, а вы, получается, все дальники, что ли, слушайте? Так, нужно выпускать наших ближников тогда, какого хрена? Иди сюда, давай, Росомаха, гость сюда тогда. Так, прям давайте, убегайте на них и херачьте. Давай, давай, давай. Хамс, выходи сюда. Во-во-во, Хамс, вот этого гада, пожалуйста. Приструни, ладно? Давай побыстрее. Так, Росомаха, иди сюда. Да, вы иди сюда, сейчас будем их окружать тогда. А ты нахера сюда идешь, дурак? Ты дурачок? Ладно, как знаешь. Все, все, кранты им. Зашибись, замечательно. А, да, выходи, давай, наваливай этому. Ближний бой, конечно, выходи, 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 выходи. Хорош нам дверь ломать, эй, засранцы, вы что творите? Что творите? Так, минус ракетница, минус всех, Хамс, наваливай этому, Дэнни, выходи тоже сюда. Ингрид, выходи давай. Бам, получил по щам. Свинка, ой, жаба точнее, свинка твой. Свинки, да, как бы. Свинки больше нет, неуютненько получилось. Нехорошо немножко. Так, Росомаха, выходи, выходи, не стесняйся, что стоим. Что стоим, кого ждем? Сейчас там будет нам наши двери ломать. Зачем это нужно? Не нужно, конечно, совершенно не нужно. Так, все, а наши дальники, в принципе, я думаю, могут быть свободны. Всем спасибо, уходим. Уходим отсюда. Наши здесь ребята разберутся дальше, я думаю, да? Ага, ну и все. Ну и все, в общем-то, Росомаха, давай тоже там доделывай дела свои. Здесь все свободны, как бы, свободны. Ну, отлично, минус, минус, минус вторжение. Минус просто вообще вся осада. Итак, сразу ограничение вам снимаю. Идите, забирайте все необходимое. Ты там развалил его, нет? Росомаха? Ну давай, ты че? Тебя ж... Во, во, другое дело. Другое дело. Итак, и сначала вы потушите пожар, конечно же. Поехали, тушим, тушим, тушим. В смысле? Тушим пожар, давайте быстренько. Все тушим, все тушим. Нам нужно здесь спасти чего-нибудь. А есть люди, которые выжили? Да вроде были. Или уже нету? Все скопытились. Все скопытились. Не вижу никого дергающегося. К сожалению или к счастью, не знаю. Холодильник у нас с вами забит практически. Тут медведи немножко всего лишь поели чуть-чуть совсем. Так, ну что, забираем тогда ружьишко.
Ружье забираем. Так, у нас здесь что такое? Ручной пулемет говёный. Забираем, забираем, забираем. Давайте. Не-не-не, винтовку. Винтовку забираем. Здесь у нас что лежит такое? Ловушка. Винтовку нормальную забираем тоже. Давайте. Остальные, которые здесь бежали, они, кстати, получается, в таком, знаете, выигрышном положении оказались, потому что они смогли свалить сразу. Да, вон они сваливают. Вон они сваливают. Ну и сваливайте. Окей. Пофиг на вас вообще, что здесь такое у нас происходит? Что это такое? Индюк. Ага, все, что от него осталось, я понял, хорошо. Ну, давайте там разбирайтесь. Главное, идите кушать, идите отдыхать. Кому нужно лечение, лечитесь. Кому не нужно, не лечитесь. Забирайте, разбирайте здесь все. Вот это вот оружие забирайте. Медведики тоже нам помогают, в принципе, и все нормальненько. Ну, такая опять осадка, знаете, лайтовенькая вышла у нас. Здесь тоже все разберите потом, приказы разобрать. Разберите все это дело. Здесь тоже разберите. И вот здесь компоненты, главное, и сухпайки унесите, пожалуйста, отсюда. Ладно, как можно быстрее, как можно скорее. Но сейчас у вас всех тихий час, я так понимаю, да? Так, назначение, тра-та-та-та-та. Все здесь нормально, здесь все нормально. Отлично, балдеж. Все, да, подлечили, подлечили, молодцы. Ну, живы-здоровы, даже вообще, знаете, малыми царапинами, скажем так, отделались. Все, в общем-то, у нас с вами хорошо. Ты как, дружище, ты и кушать ты можешь сам? Нет, не Куджи, другой. Нужно. Да вроде как-то ест, кстати говоря, даже. Вроде как-то ест. Без пасти, но ест. Слушай, давай, который без пасти, давай ты будешь у нас домашним нашим варгом таким, типа, знаешь. Будешь все время на базе тусоваться, остальные все в пёсели пошли. Мы тебя будем подкармливать, потому что, я думаю, ты охотиться нормально не сможешь все равно. А так ты хотя бы, может быть, потомство дашь нам. Потом. Варговая тоже неплохо. Все, забираем, забираем, забираем. Еще снайперская винтовка, еще ракетница. Вот здесь еще пистолетик. Это отрубаем. Все. Справились, отличненько. Так, здесь вот еще пистолеты, кстати, гранаты тоже забираем. Еще вот это вот все забираем. Все, что не забрали. Снайперская винтовка забираем. Так, это забираем тоже, конечно же. Естественно. Это забираем, кстати, еще. У нас, короче, одежда растворилась в прах у нашего заключенного пленника. И она, получается, теперь вообще голая бегает, балдеж. Ну ладно, Ван Сан, что поделаешь, там тепло, хорошо. Ничего страшного, думаю, не случится с тобой. Так, а что касаемо все-таки наших пленников? Что с вас можно еще? Да, Морганы можно с вас еще взять. Правда, не знаю куда, потому что здесь уже совсем жесть. Так, Китти у нас сейчас пойдет, кстати говоря, тогда одежду делать, раз материалов до хера и больше. А, ну я уже и назначил. Угу. И давай, знаешь, давай новых пуховиков наделай, пожалуйста, десяток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Я тебя понял. Делай 18 новых пуховиков. Из диалонитника. Не хватит, конечно, диалонитника, наверное, на... Хотя, может, и хватит, кстати. Не, хватит, хватит, хватит. Чётенько хватит. Тем более, что еще, ну, здесь немножко продваляется, но, тем не менее, хватит. Так что, Китти, давай. Работка твоя сейчас только начинается. Иди занимайся. Давайте, пожалуйста, без срывов, только чуть-чуть, ладно? Без срывов, пожалуйста. Это все убираем. Все, что не убирается, сжигаем нафиг. Ну, а муфлы зашибись себя чувствуют. Так, отличненько, к нам прилетел торговец с контрабандой, да неужели? Ну, значит, мы сейчас с вами сможем наверняка отправить некоторых... Я, наверное, только оставлю сейчас кого-то, либо Чатру, либо Неретти. Нересси, вернее, да? Так, Шрам, бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Давайте я на Чатру оставлю, короче, а Ван Сан и Нересси сейчас у нас отправятся, если, конечно, захочет торгаш их взять. Так, одетка у нас тут делает винтовки, молодец, все правильно делает. Иди-ка поторгуй с ним, Ингрид, давай поговори, ты у нас болтать любишь, в принципе, поэтому почему бы и нет. Так, ну началось там у Китти опять этот, короче, ерунда, ее, ладно, пофигу. Короче, Чатру оставляем, да? Да, тем более на рейсе 66 уже, пора бы отчаливать. А, и One Sun тоже, держи. Спасибо большое, ты нам даже за это денежек. Так, Полярный Волк, это нам все надо. Нитрамин у нас куча не надо, компоненты делаем сами не нужно, не нужно, не нужно. О, сейчас мы тут... Да мы тебе все продадим, все практически продадим. Держи вот это, держи вот это. Пулемет, держи винтовки, держи. Огнемет оставлю. Пистолет-пулемет держи. Так, ручной пулемет держи, автомат держи. Сейчас мы с вами все равно на винтовки будем переходить, поэтому нормально. Так, держи, держи, снайперку... Снайперку оставлю одну, наверное. Да, оставлю одну. Ракетницы не хочу. Держи, держи. Так, энерговинтовка это наша. Коктейли Молотова оставим. Гранаты оставим. Эми гранаты оставим.
Во, броньки, забирай. Забирай бронежилеты, ура, наконец-таки ты у нас их забираешь. А у тебя денег столько нет. Ну сейчас мы что-нибудь тебя попробуем взять. Попробуем что-нибудь тебя взять. Так, поезд щит нормальный, в хорошем состоянии оставим. И еще мы тебе скульптуру можем отдать. Во, итого 4000, а у тебя 2200 всего, да? Что мы можем у тебя набрать? Пиво не надо, не надо, не надо, не надо. Медикаменты не надо, компоненты. Ну у тебя всего 5 штук. Ну давай заберем, ладно, допустим. Химтопливо, нитрамин у тебя. Ну, блин, я не знаю, куда нам столько убрать. В принципе, нитрамина этого. Ну, типа, пускай будет, конечно. Пускай будет. И, кстати, тогда ты нам дашь 1000... Вот, ладно, хорошо, давай тогда так. Сейчас мы у тебя нитрамина возьмем, чисто чтобы тебе хватило заплатить. Так, 200... Сколько там? 220. Попробуем. 220. 2, 2, 5. Так, тын-тын-тын, тын-тын, тын-тын-тын. Вот так, все, берем нитрамин, тогда у тебя компоненты забираем все. Им топливо сами сделаем. Да, хотя можно наоборот здесь, слушай, давай-ка возьмем вот так вот и поменьше нитрамина. Тогда, я думаю, да? Так, 226. Так, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81. Все, 81. Вот так, забираем химтопливо, забираем нитрамин у тебя, забираем компоненты. Ну, а тебе продаем все оружие тогда, которое нам нафиг не нужно, в общем-то. Кроме огнемета, да, кроме снайперки одной, кроме вот этого всего. Винтовку оставляем, естественно, это все оставляем. Броники все продаем, они все поношенные практически, но только один оставим, пожалуй. Ну, точнее, пояс-щит оставим один. А вот броники, кстати, тоже можно оставить некоторые хорошие две штуки. Не, ладно, продадим, давайте продадим, пускай на серебро будет, может быть, мало ли что-то хорошее подвернется, а мы с вами купим заодно. Все, отлично, спасибо, хорошо поторговали, наконец-таки. Наконец-таки поторговали хорошо. Давайте я вам здесь склад нитрамина немножко побольше сделаю. Так, вот так вот. Вот такой вот сделаю. Все, несите его сюда тогда, на склад, чтобы он там не портился. О, балдеж. Серебро в наш сейф. Который уже, мне кажется, вот-вот заполнится. Да? Ну, похоже, что так. Похоже на то. Ну, ладно, не, вроде бы все утащили. Вы бы компоненты отсюда убрали, на самом деле. То что-то лежат, у вас портятся. Почем зря. Так, ну ладно. Так, что там у нас с Китти опять? Китти, ну серьезно, ну ёб твою мать. Опять Раису. Почему ты все время Раису трогаешь? Чем ты к нему угодила, Раиса? Обратно носи давай ее. Ужас какой. Господи, Китти, Китти. Постоянно именно Раису трогает, так вот, постоянно. Жесть какая-то. Просто ужасно, ужасная Китти, ужасная. Так, у нас теперь просто на 10 тысяч лет нитрамина вперед хватит. Просто невероятное какое-то количество. Ну, хорошо, пускай будет. Есть серебро, 4500, тоже неплохо. Ну и, в принципе, нормально. Китти тут пуховички шьет, в принципе, тоже в поте лица делает все. Еды хватает, с едой все в порядке. Можно, в принципе, я думаю... Нет, ткань точно нафиг не нужна нам с вами пока что. Можно, я думаю, одну гидропонику запустить, которая здесь с картохой у нас была. Ну, типа, знаете, на всякий пожарный случай. Что-то типа того, да? Давайте так и сделаем. Сажать и запустим. Все, поехали, пускай работает. Так, ну что, Чатра? Ну что, Чатра, как твои дела? Рассказывай нам. Как у тебя дела, делишки твои? Нормально, все хорошо? Что у нас с энерговинтовками, кстати? Хорошие. Так, кому мы отдадим? У нас есть у Китти, у нас есть у Сандерс. Давай, ты у нас следующий на очереди, ты пойдешь энерговинтовку. Ладно, ты спишь, пока не буду вас будить, нафиг, чтобы у нас настроение не портилось. Проснетесь, потом уже отдам кому-нибудь. Здесь все унесли, молодцы, все замечательно, все прекрасно, все хорошо, изумительно. Здесь только надо обратно сделать, чтобы они не сжигали лишнего. Так, сжечь труп. Сжечь труп. Свежее не надо. Свежее сжечь точно не надо. Только гнилье. Только гнилье. Все. Закрываем. Здесь дверьку открываем. Тогда балдеж. Все. Ну, вроде разобрались. Вроде все хорошо. Там забрали. Ничего наверняка не забрали. Нифига, да? Белка прям отлично. Ну, тут, да, куча стали и куча компонентов, которых у нас пока сами некуда складывать. Просто вообще жесть. Как бы вам так склад-то этот подрошить? Я уж не знаю, здесь, не говорю, не хочу застраивать, потому что и так места у них мало. Можно здесь, конечно, застроить до конца, прям до этой самой... Ну, вплотную все сделать, в общем, да? И небольшие склады еще организовать, дополнительные. Можно как бы и так, конечно, поступить. Можно здесь убрать тоже эту часть. Допустим, сделать вот так, расширить область. Допустим, сделаем вот так, расширим область. Здесь убираем ее тогда, да? Уменьшаем область. Да вообще здесь все убираем, нафиг это. И здесь тогда достроим склад, побольше сделаем для стали. Оружие тоже перенесется как-нибудь у нас. И здесь тоже склад сделаем. Я думаю, так и поступим, да. Давайте, давайте, а то надо, ну реально надо расширять, но у нас столько всего пропадает. Просто так, гранит. Давайте гранит. Постройка из гранит, пожалуйста. Так, гранит. Вот, и прям можно вплотную так сделать будет. Я думаю, почему нет, да?
Давайте здесь потом стену просто уберем, пол положим, бетонный тоже из стали, все будет нормально. О, отлично. Хорошо, так и сделаем. Ну, надо реально расширяться. Иначе жалко, что пропадает. Так, хотя потом когда-нибудь, возможно, поторгуем или пригодится еще куда-нибудь. Так, это все переносим нафиг. Давайте. Что, переносим на этот склад теперь? На эту свалку, точнее. Жаба, молодец, уже в поте лица начала сразу потеть над всем этим делом. Ну, правильно делает. Правильно делает. Как бы еще бы нет. Кто, если не она, да? Кто, если не она? Отлично, все таскайте. Будем потихонечку все эти компоненты, все это забирать, перетаскивать к себе. Здесь, я думаю, сделаем склад для оружия, тогда вот это как раз-таки часть. А здесь будет большой-большой склад для всякого вот этого вот. То, что сейчас там и есть, в общем-то. Ну что ж, отличненько, они наконец-таки здесь все построили. И это хорошо. Это хорошо, потому что мы сами сейчас будем здесь делать новые области. Так, копировать настройки давайте сразу. Хотя мы могли сделать немножко по-другому. Так, сейчас расширим, типа, область. Оп. А здесь теперь их сейчас немножко уберем. Так, оп. Ну, вот, допустим, вот такой склад сделаем. Я думаю, будет более чем достаточно, в принципе. Здесь тоже мы с вами что делаем? Мы с вами расширяем область просто вот эту вот. Оп, сюда давайте. И здесь, наверное... Ну, сделаем так, немножко по-другому. Сейчас здесь расширим для механоидов. Так, а здесь... Немножко ее уменьшим. И увеличим вот эту вот опять же. О, ну это я понимаю. Ну теперь должно быть, теперь по идее должно быть нормально. Теперь должно быть хорошо. Сейчас они все сюда принесут компоненты, все прочее, прочее, прочее. И единственное, что нам с вами нужно еще сделать, это поставить здесь, конечно же. Так, стоп, поставить, я говорю. Че я сделал? Это что такое? В смысле, стоп. Какие-то тут области внезапные. Подождите, я что-то не то нажал, да? Я что-то не то нажал, видать. Короче, странная область удалить. Странная область удалить. Странная область удалить. Все. Вот так вот. Вот так вот. Нормально здесь хоть по настройкам все. Одежда. Какая одежда? А, ну все верно, да, все верно. Все правильно сделано. Окей. Так, здесь сделали, там сделали. И что хотел? Хотел маяк торговый поставить. Вот что я хотел. Вот что я хотел, чтобы здесь тоже он захватывал всю эту территорию. Хотя, может, здесь и захватывает. Ну-ка, подожди. Не, немножко не захватывает, зараза. Чуть-чуть совсем не захватывает. Буквально вот здесь капелюшечка. Попало. Ну, давайте здесь поставим еще один, пускай будет. Вот, нормально. Чтобы было. И можно, наверное, еще одну лампу здесь тоже бахнуть где-нибудь. Я говорю, лампу одну, пожалуйста, сюда куда-нибудь. Бахните, чтобы посветлее тоже у вас там было. Во, ну вот другой вопрос, другой разговор. Все, таскайте сюда оружие, здесь механоиды, тут у нас металл и прочие-прочие штукенцы. Теперь-то будет явно больше возможностей для хранения всего данного добра. Так, у нас есть хорошая, отличная винтовка. Давайте, Сандерс, все-таки, иди, бери отличную винтовку. Дальше, кто у нас? Перет, иди, бери хорошую винтовку. Во, балдеж, сейчас будем перевооружаться потихонечку, полигонечку. У нас все будут тоже с бластерами бегать. Это прям балдеж. Прям балдеж, все будут стрелять и сразу всех убивать наповал. Так, ну здесь что мы с вами можем, в принципе, тоже продлить все это помещение при желании, как бы, да? Можем застроить, оставить небольшой коридорчик здесь, проломать. Две клеточки оставить, коридор такой проходной. И здесь помещение увеличить, например, хотя бы складское вот это вот, потому что... Что-то у меня такое ощущение, что скоро нам этого тоже будет не хватать уже. Но мы можем, в принципе, сейчас немножко даже подувеличить его, скажем так. Оставить раз, два, вот до сюда сделать, да, его вот таким. Чуть больше просто, чуть больше. То есть здесь даже ничего не нужно будет достраивать. Просто вот такое вот само по себе большое сделаем, и все. Нормально будет. Давайте строить тогда, да. Действительно, что это такой маленький склад? У нас сейф должен быть огромный, потому что у нас куча всего. Так, Китти, ты у нас что делаешь сейчас? Китти у нас делает сейчас рубашки шьет. Ну, правильно делает. Все, надеюсь, вы там все переоделись, кому нужно было, да? Ну, если что, еще переодевайтесь, тут у вас целая куча пуховиков есть из делонитника. И на складе теперь место хотя бы освободилось тоже, ура, наконец-то. Наконец-то там, видимо, уже вот, уже даже сейчас подоспела партия небольшая, да? Сейчас все это дело будет нас с вами там забиваться. Отлично, ну что ж, все пока прекрасно и хорошо, замечательно. Травы, кстати, у наших этих товарищей прям невероятное количество. Стал выращивать на две половинки, стало прям реально много-много-много. Налет! Есть взрывчатка. О май вам. Так, серая партия. Еще и с двух сторон, серьезно, что ли? Так, с двух сторон. Здесь у вас что-то как-то... Вы еще и в щитах, серьезно? А, это серая партия, это не, это другие ребята. Это другие ребята, лол. Так, здесь они тоже с автоматическим оружием, со всяким разным, с говном, да? И, ладно. Так, а здесь что у вас? 8 человек. А, это все? 12 человек всего? Чё-то как-то... Но это, видимо, знаете, потому что только что были всякие налеты, и такой Рэнди такой, ну, типа, на, держи. Как бы я тебе обязан кинуть что-то, ну, как бы, хорошо, я тебя пожалею немножко. Вот, как бы, держи 12 человек. Я такой, ну, ладно, спасибо, хорошо. Граната хоть нет у вас, ничего такого? А, есть граната, слушайте, у одного, да? Осколочные.
Ну, типа, не то чтобы это прям мега-супер опасно было, но тоже можно отхватить, если не быть осторожным. Так, давайте на базу тусуем. Сейчас будем смотреть, где они будут к нам нападать. С двух сторон, наверняка, эти гады попрут. Так, а у нас с вами еще не везде защита как бы есть, да? Ну, посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут где-то здесь. Где пойдете? Сандерс, ну вы вообще нашли время, конечно, вздорить. Ёпарасоте, сейчас еще завалится ведь кто-нибудь, да? Нет? Так, ладно, не до вас сейчас. Где вы идете? Ага. Ну, естественно, где у нас ничего нет. Ну, естественно. Ладно, я знаю, что я сейчас делаю. Одет, иди сюда, пожалуйста. Займи-ка минометик, ладно? Пока они там пытаются прорваться, бахни сюда пару раз. Так, они уже прорвались, я понял. Поселенцу нужна помощь. Ёб твою мать. Серьезно, что ли? Не-не-не, это все херня, это все это отмена. Это отмена, давайте. Кто там спасает кого? Никто никого не спасает, всем насрать на Пэрот, да? Вообще балдеж. Нельсон, спаси хоть Пэрот, пожалуйста. Просто превосходно, знаете, вот просто прекрасно, просто прелестно. Давайте, Нельсон, кроме Нельсона получается, да? Кроме Нельсона, Кена, кроме Кена. Все подходим сюда, давайте, сейчас будем встречать гостей наших замечательных, дорогих. Нифига они там закидывают, слушайте, гранатами, просто жесть какая-то. Так, а детка, встань сюда куда-нибудь, жабенцы, стой. Ой, жаба, слушай, уйди своим, пожалуйста, огнеметом, сейчас будешь хреново очень делать. Так, Дава, гость сюда. Светпишка, стой здесь на месте, Кити, стой на месте. Так, Башкир, ты у нас что-то без всего вообще уходи отсюда, пожалуйста. Все, они прорвались, сейчас пойдут, по идее. Уже пошла стрельба у нас. Еще одна граната летит. Все, больше не кидать, надеюсь, не будут. Ну, точнее как, это, скорее всего, и будет зараза кидать все время. Но давай, Дэнни, ломай, ломай его, пожалуйста. А вы все тоже ломайте, ближники, пошли. Пошли, пошли, ближники, короче. Наваливаем этим негодяям. Что-то я как-то... А, ну так потому что они разделились, лол. Сейчас этим наваляем, главное, и все. Сандерс уже отхватил, когда тут успел отхватить, лол. Так, где там с гранатами, чувак? Вот ему наваляете. О-о-о-о, куда граната летит, куда граната летит? Граната летит куда? Отходим, отходим, быстро-быстро отходим. Отходи. Дава. Ой, повезло как, слушай. Дава вообще защитилась на отличненько. Дава, отходи. Дэнни, наваливай ему. Этому наваливаем. Быстро-быстро-быстро. Так, Фабио, тоже сюда давай наваливай. Ингрид, иди сюда. Ты нам тоже очень нужна сейчас. Все, минуснулись. Хорошо. Неплохо. Так, эти господа сейчас хорошие пойдут тоже здесь. Давайте мы будем встречать их немножко подальше. Дава, как ты себя чувствуешь? Что у тебя такое? Иди отдыхай, иди отдыхай. Так, вы сюда давайте бегом. Все бегом сюда. Росомаха тоже нет. Росомаха тоже иди сюда. Все, эти минусы, этим все понятно. Сандерс, ты еще только пораненный у нас. Понятно, иди отдыхай, подрался. А вы все, товарищи хорошие, вы все идете сюда. Идете сюда, сейчас будем встречать другую по... Она уже здесь. Она уже здесь, ты только глянь на нее. Какая она быстрая, а? Какая она быстрая. Давай, Ингритуська, покажи. Молодец. Так, встречаем, 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 не стесняемся. Оп, все. Какие-то все кривые у меня, ужас просто. Ой, а детка, встань сюда, пожалуйста, давай сюда стреляй. Все, минус один. Сейчас минус два будет. Все, минус два, балдеж. Так, Хамс, тоже иди сюда давай. Сейчас будем здесь их всех встречать. А что стал? Смотрите, сразу встал такой, не идет нифига, а? Вот гляньте на этого гада. Фабио. Фабиос, дуй сюда, пожалуйста. Кити, вставай сюда. Кити, вставай сюда, давай. Вы все здесь на месте стоите. Вон сюда встань. Светпишка, давай здесь. Все, стоим, ждем. Они тоже, зараза, ждут. Не хотят идти к нам. Так, все, пошла жара. Хамс, давай, налетай. Так, у вас там... О, там один бронированный, дофига идет, ничего себе. Ну это ладно, это фигня. Все, минус один. Да ты хоть стреляй, без разницы. Так, вот здесь сейчас может быть опасно немножко, чуть-чуть. А, ну все, не может быть опасно, уже нормально. Не может быть опасно, они спасаются бегством. Все, балдеж, всем спасибо большое, свободны. Свободны, свободны. Идите, так, здесь у нас кто-то выжил? Кто-то выжил, ловил, хозяин, бла-бла-бла. Хозяин, окей, как скажешь, хозяин. Захватывай. Захватывай его, посмотрим, что с ним можно сделать. Здесь все забирайте, забирайте и давайте чиним. Чиним здесь все и восстанавливаем все это. Все, все утраченное, скажем так. Так, давай забираем, забираем. Это все сжечь нафиг надо будет. Это все сжечь и трупешники тоже забираем. Ну, ладно, это такой, знаете, мини-рейд. Мини-недорейд, я бы даже сказал так, был скорее, да? Чем рейд, поэтому нормально. Башкир свободен, жаб свободен, все.
тоже все свободны. Спасибо всем большое, что постояли на месте. Окей, так, ну что, мы с вами справились, как всегда, в общем-то, да? Отлично, и без особых потерь. Ну, немножко подранились, конечно, но... У нас сейчас такие ближники, все в счетах, они дальников совершенно не боятся, и, собственно, довольно-таки накачанные ребята, поэтому... Особенно проблем у них с ни с чем не возникает в этом плане. Да и оружие у них хорошее, и бронька хорошая, и одежка хорошая, поэтому нормально вообще. Но здесь, конечно, нужно застроить будет тоже, да. Здесь нужно будет поставить, я думаю, тогда вот так вот баррикады еще. Такие дополнительные, знаете. Ну, потому что часто очень здесь прутся они именно с этой стороны. И нам бы стоять как-то так вот и защищаться тогда с этой стороны, я думаю, было бы нормально. Хотя, с другой стороны, если мы построим здесь, возможно, они будут ходить с другой стороны. Но пока не попробуем, не узнаем в любом случае. Так, гранит. Да, давай гранит здесь застраиваем тогда. Здесь немножко по-другому сейчас сделаем. Разобрать. Нам нужны приказы. Разобрать. Это разберем сейчас. Это разберем. Здесь небольшую такую баррикаду сделаю. Здесь тоже так подразберите. Баррикаду в эту сторону сделаю. Это разобрать. Через одну как бы получается. Хотя нет, здесь не через одну. Здесь у нас будет сплошная линия. Зачем через одну делать? Здесь будет сплошная линия. Здесь будет пару столбиков стоять еще. И будем так встречать их отсюда. Просто-напросто. Да и все. И расстреливать таким образом. Я думаю, так будет правильно. Ну, в любом случае, делайте. Всю стенку застраивайте, все убираете. Все чините. Сами тоже чинитесь, там не забывайте про себя, да? Так, здесь не залечено пока. Здесь залечено, здесь залечено, здесь залечено, здесь залечено, здесь тоже залечено. Джонса не забудьте, пожалуйста, залечить. У него там ничего страшного как бы пока нету, но нам заражения тоже особо сильно не нужны. Здесь, кстати говоря, тоже давайте сразу отметим, что вам нужно вот это все убрать будет. Добро. И там склад продлим потом. Ну все, вроде пока все хорошо. Все замечательно. Так, ловел, жить будешь? Жить будешь. Потеря крови, наверное, огромная. Ла-ла-ла, тополя, гладиус. Без разницы. Главное, что у тебя все органы на месте. Можно будет тебя тоже немножко разобрать, либо продать. Опять же, если торгаш прилетит, почему бы и нет? Почему бы и нет, как бы. Я только за, знаете. Я только... Так, у нас здесь, во-первых, да? Угу. Это чье? Это, по-моему, одетки, нет? Нет, не одет. А, подожди, а чье это было у нас? Дава, по-моему. Нет, не Дава. Китти Сандерс. Так. Перт. Вот это Перт, точняк. Это было все. Перт. Перт возьмешь? Ладно, потом иди отдыхай обратно. Спасибо большое. Что просто при тебе всегда было на всякий пожарный. Ну иди правильно. Поешь там, сходи, еще что-нибудь поделай. Во, все, жаба сейчас Джонса замотает. Отлично. Жаба, ты что, научилась врачевать, что ли? Подожди. Ну, слушайте, медицина на 9 уже. Помните раньше, как она фигово всех лечила? Сейчас уже неплохо. Сейчас уже нормально. Группа путешественников проходит мимо. Ну, проходите, проходите, гости дорогие. Если хотите, к нам можете зайти. В принципе, почему бы и нет. Нам бы с Восточным Содружеством опять отношения нормальные бы сделать, да? Тоже было бы неплохо. Ну что ж, друзья, разобрались мы со всеми беспокойствами нашими, скажем так, на сей раз тоже потихоньку сейчас убирают. Все приводит в порядок, здесь застроили, тоже уже все убрали. Сейчас тут тоже сразу нужно отключить, только чтобы не забыть мне потом, да. Свежее не нужно сжигать, все, сюда опять можете ходить. Вот, в дальнейшем, я думаю, мы с вами начнем либо где-то здесь, в этом месте, либо, может быть, это здесь. Ну, тут вообще мешаться будет, если здесь строить. Может быть, тут тогда где-то посмотрим. Буду строить капсулы, вот эти вот, транспортные, точнее, пусковые установки построим. Штук, наверное, 8 где-то поставлю. И, собственно, будем набирать отряд из 8 человек, у нас, благо, сухпайков. Достаточное количество, я думаю, с собой могут взять. Попробуем слетать на какой-нибудь либо схрон, либо куда-нибудь еще, посмотрим. Вот, посмотрим, что там вообще есть, интересно ли там. Ну и все в таком духе. Ну и на сегодня пока все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Мы с вами, как всегда, увидимся, всем до скорого и пока-пока.